Утром на театральной площади выстроилась очередь за бесплатными саженцами сосны от Министерства природных ресурсов и экологии. Первый этап акции прошел 29 апреля, когда за полтора часа горожане разобрали 200 тысяч молодых деревьев. Не ожидавшие такого ажиотажа, организаторы устроили еще одну раздачу. Народ с работы попросил, чтобы на дачном участке и около дома. Я вот около дома посажу на Ульяновской. На улице Ульяновской. Народу много просто. Все просили, а вырваться только одному получилось. И то случайно. Так что вот на всех, наверное, запасся. Меня просто выкорчили вчера деревья около дома. Я нервничал. Вот теперь каштаны еще бы найти. И тогда будет... Здорово. Для двора, дачи, школы люди уносят саженцы по 5-10 штук и мешками. Эти саженцы, значит, выращены в лесопитомниках наших подведомственных лесов, в нашем министерстве. Это сосна обыкновенная, значит, двухлетка. Данную сосну мы выращиваем для последующей посадки их в лескультурный фонд. Первый этап мы как бы не все раздали. Вот по желанию жителей мы, значит, организовали второй этап этой акции. На весь отдел беру, на дачу посадим. Может, возле дома еще у нас тоже хорошая площадка. Ну, квартирный дом, чтобы хорошо было, чтобы дышать было чем. И вот еще позвонили соседи, я себе взяла, соседи позвонили, еще станем взять. Каждый год в лесных хозяйствах выращивают до 2 миллионов сеянцев и крупномерных саженцев для обогащения области деревьями. Такая акция в Саратове прошла впервые. Вместе с соснами жители получили инструктаж о том, как правильно посадить дерево. Анна Обычева, Николай Синегубов, с РБК ТВ.